В Избербаше украли деньги из салона красоты. 727 тысяч рублей составил куш молодых людей 18 и 19 лет. Как сообщает пресс-служба МВД, один из них ночью проник в салон красоты, вскрыл несколько сейфов и похитил деньги. Двое подельников дежурили снаружи. Сейчас полиция ищет третьего соучастника преступления. Мы проезжали, остановились, там написано было в земляцкой одежде, там, короче, еще была дверь, я ее взломал ради интереса, зашел, там оказался какой-то салон, потом зашел внутрь помещения, походил по комнатам, нашел сейфы, сломал, потом в другой комнате нашел сейфы, взломал и обнаружил крупную сумму и убежали потом, как я взял. Сколько всего украли с магазина? Ну, точную сумму не помню, мы не считали. Кто с вами находился? Ваши подельники? Ну, двое человек и один водитель, один так. Они какое участие принимали в краже? Они принимали, что как бы последить просто за паленым, все. Он хотел зайти в магазин, украсть деньги. Я сказал, я туда не буду заходить, что-то делать. И также мой друг остался со мной рядом. А вот друг пошел, залез, забрал деньги, шел, сел в машину ко мне. Мы поехали. Я мне дал 70 тысяч и моему другу 70 тысяч. Вы не спросили, откуда такие деньги и за что вам дают? Да, я спросил, он сказал, я украл. Что сделали с деньгами? Половину выбросил, половину оставил. А зачем выбросили? Там доллары были. Выбросили. А что, доллары не деньги, что ли? Ну, я не хотел дать ворованные доллары. Здесь завтра, понимаете? Еще одна кража, но герой следующего материала оказался менее алчным. В одном из кафе на улице Буйнакского в Махачкале из сумки посетительницы были похищены ювелирные украшения на сумму 6 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 38-летний житель столицы республики. В содеянном он сознался, следствие проверяет обстоятельства произошедшего и возможность причастности мужчины к аналогичным кражам, совершенным ранее.